Дыня-колхозница. Среднеспелый сорт. Плоды созревают через 73-90 дней после появления всхода. Урожайность до 180 центнеров из гектара. Плоды шарообразные, без узора. Окраска спелых плодов желто-оранжевого цвета с зеленоватым оттенком. Мякоть белая, плотная, слабо хрустящая, вязковатая со слабым ароматом. Ценится за содержание сахара от 11 до 12% и приятный вкус. Используется в свежем виде.